Совсем скоро стартует новый сезон Лиги мини-футбола Приднестровья. Первые игры весеннего розыгрыша пройдут на Республиканском стадионе в середине марта. 1 февраля начинается регистрация команд-участниц чемпионата. На предварительном этапе заявки подали уже 15 клубов. Василий Рожкован продолжит тему. Пройти регистрацию команды могут в режиме онлайн на официальном сайте Лиги мини-футбола Приднестровья. Организаторы надеются, что в новом сезоне к чемпионату присоединятся новые клубы. А пока свое участие подтвердили команды, сыгравшие в лиге не один сезон. Как правило, это действующие коллективы, которые уже, так скажем, почувствовали, что такое мини-футбол на искусственной траве, потому что в любом случае от паркета он отличается. И новые команды пока не обращались, поэтому, в принципе, мы обращаемся к коллективам, которые хотят себя проявить. По предварительной информации, команды будут участвовать в двух лигах, но в зависимости от количества поданных заявок организаторы планируют открыть и третий дивизион С. Просьбы мы уже от команд получали об открытии третьей лиги. Она, может быть, как раз будет направлена для начинающих команд, которые только создали, да, свою команду, и еще нет слаженной игры. Вот как раз вот третья лига вполне возможно как раз будет для новичков. А вот в высшей лиге весеннего розыгрыша сыграют 10 команд. Один из главных претендентов на чемпионство – клуб Министерства внутренних дел. Серебряные призеры осенней части в новом сезоне нацелены только на победу. Будем тренироваться и готовиться к следующему сезону. Будем добиваться, чтобы первое место заняли и вышли в национальную дивизию. Заявочная кампания продлится до 1 марта. В первый день весны организаторы утвердят количество лиг и сформируют окончательный состав участников. Василий Рожкован, Павел Бажонко, Первый Приднестровский телеканал.